Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Умер народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. Да, это так, сказали в Союзе, отвечая на соответствующий вопрос. Артист скончался на 85-м году жизни. Виктор Мережко окончил сценарный факультет в ГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург. Среди кинокартин по его сценариям «Трын трава», «Трясина», «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Прости» и другие. За киноленту «Полеты во сне и наяву» в 1980 году он получил государственную премию СССР. Кроме киносценариев, Мережко писал пьесы. Среди более известных «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я женщина», «Женский стол в охотничьем зале». Его пьесы ставились во многих театрах СССР и продолжают идти на сцене до сих пор. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын. Ранее стало известно, что актер находится в городской клинической больнице номер 40 в Коммунарке с диагнозом воспаления легких, наличие COVID-19 у него не подтвердили. Леонид Куравлев, советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самое обаятельное и привлекательное», «Золотой теленок». В Берлине в возрасте 83 лет умер немецкий актер кино, театра и ТВ Хартмут Бекер, Густав Вангер из знаменитой военной драмы 1987-го «Побег из Собибора». Кроме того, артист зарекомендовал себя ролями в поистине неисчислимом количестве полицейских сериалов, часть которых хорошо знакома и российским ценителям жанра: «Криминальный кроссворд», «Место преступления», «Экстренный вызов», «Спецотряд Кобра», «Культовый Дерек». Как передает Der Tagesspiegel, артист скончался в госпитале от рака. Бекер родился в 1938 в Берлине. Сниматься начал в 60-х. В Бурятии умер участник высшей лиги КВН и редактор клуба веселых и находчивых Булат Будацеренов. О кончине Будацеренова в Facebook сообщил его коллега и активист КВН в Бурятии Чингиз Болотов. «Скоропостижно скончался Булат Будацеренов», — написал Болотов. КВНщик ушел из жизни в возрасте 29 лет. Причина смерти не сообщается. Как отмечается в публикации, Будацеренов играл в команде КВН «Пушкина» 8, был чемпионом Бурятии в 2012 году, вице-чемпионом лиги КВН «Азия» в Красноярске, чемпионом премьер-лиги КВН. Он также участвовал в играх высшей лиги в Москве. Помимо того, Будацеренов был редактором игр КВН на бурятском языке. Булат – автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. Шуток, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех, подчеркнул Болотов. Он также добавил, что прощание с Будацереновым пройдет 25 января. Ранее сообщалось, что ушел из жизни участник команды КВН «Парни» из Бакура Уфаскеров. Причиной смерти стал инсульт. Польская актриса кино, ТВ и кабаре Барбара Крафтовна умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщает Интерия Фиму. Информацию подтвердили в Национальной актерской ассоциации, не раскрыв причину смерти. Артистка известна российскому зрителю по роли Гонораты из сериала «Четыре танкиста и собака». Крафтовна родилась 5 декабря 1928 года в Варшаве. В юности обучалась танцам и пантомиме, в 1946 году дебютировала на сцене, а в 1953 в кино. На счету актрисы роли в кинокартинах «Дело», «Которое надо уладить», «Дождливый июль», «Пиковый валет», «Сегодня ночью погибнет город» и «Беспокойный постоялец». 18 января скончалась российская актриса кино, театра и телевидения Екатерина Сибирякова. Артистка, известная по сериалу «Петербургские тайны», умерла в возрасте 49 лет. Причина смерти также не раскрывалась.